Здравствуйте, меня зовут Ирина Петровна. Я директор ресторана национальной кухни. Сегодня мы приготовим суп Мари Шир. Для приготовления супа Мари Шир нам понадобится 200 граммов свинины, 100 граммов пшена, картофель 4-5 штук, 1 луковица, 1 морковь и квашеная капуста, а также приправы, смесь перцев, лавровый лист и соль. Способ приготовления. Берем свинину, окорок свиной, нарезаем крупно. Мясо мы нарезали, теперь картошку. Картошку тоже мы режем кубиками. Лук тоже так же кубиками. Для суп Мари у нас все идет, вот надо кубиками резать полностью. Теперь морковка. Морковка тоже так же кубиками. У нас теперь остается капуста квашеная. Капуста квашеная, суп Мари идет, квашеная капуста. Тоже уже она нарезаем. Раньше старину готовили квашеной капустой, потому что в бочках специально солили капусту. Капусты много было в деревнях. И вот для приготовления, понимали, как именно способ приготовления, капуста квашеная. Старину готовили в печи суп Мари. Готовить мы будем в чугунном казане. Мы закладываем полностью все, что мы нарезали, в казан. Капусту, морковь, лук, картофель, мясо и пшено. Пшено. Приправу — это у меня смесь перцев по чуть-чуть, кориандр, 10 овощей тут, приправу, соль, лавровый лист и воду. Закрываем и ставим казан. В течение часа готовится суп Мари, Мари Шир. Прошел час, мы достаем суп из печи. Суп Мари готов. Приятного аппетита. Кочмада перканлиже. Итак, Ирина Петровна, сегодня вы протестировали казан. Рассказывайте. Суп получился великолепный. Пахнет он очень вкусно. Рассказывайте, как ваше впечатление. Казан мне очень даже понравилось. Настоящий прямо чугунный казан. Она томился, очень даже вкусный. Вот смотрите, какой цвет получился, ничем не отличается от горшка чугунного. Очень даже мне понравилось. Ну что ж, я рада, что вам понравилось, потому что вот этот казан отправляется теперь к вам на кухню. Я думаю, что в вашем ресторане он займет достойное место. Большое спасибо, я очень рада.
Сегодня посуду под маркой «Кукмара» знают и ценят во многих городах России. В ассортименте и просто литая посуда, и посуда с антипригарным, керамическим или декоративным покрытием. С посудой «Кукмара» ваши блюда будут вкусными и полезными, а сама посуда станет украшением на вашей кухне.